Елена, интересный вопрос. Хотела бы спросить, у меня две девочки, мы ждем третьего ребенка, но очень хотим сына. Сдала кровь, у нас тоже дочка. Возможно, и срок еще маленький, возможно ли молитвами изменить пол? Елена, невозможно, потому что ребенок уже есть, да, и эта девочка. Не нужно стремиться к этому. Благодарите Бога за то, что есть. Самое главное – учиться принимать то, что Господь нам дает. И то, что у вас есть семья, дети – это замечательно. Уже Бога надо благодарить. То, что у вас есть сейчас ожидание еще одного ребенка, надо опять же Бога благодарить. А то, какой будет пол, ну, старайтесь меньше об этом думать, меньше на этом заострять внимание. Я понимаю, конечно, что иногда для родителей это очень важно, но постарайтесь не придавать этому такого большого значения. И главное, молиться, чтобы у вас и беременность прошла хорошо, и чтобы ребеночек родился здоровым. Потому что это гораздо важнее, чтобы вы могли действительно испытывать радость материнства.